Всем привет! Перед вами вот такая вот маленькая коробочка. Это портативный компрессор высокого давления, который я заказал в магазине Охотника.нет. Это достаточно миниатюрная модель компрессора высокого давления, который предназначен для заправки резервуаров PCP винтовок и пистолетов, а также небольших колб. Работает он непосредственно от сети 220 вольт через специальный конвертер, который также поступил в комплекте к нему. Также можно заправлять оружие в полевых условиях при помощи подключения к автомобильному аккумулятору через клеммы. Данный компрессор я приобрел как вспомогательный, поскольку у меня есть баллон высокого давления. Иногда бывает необходимость, когда нужен воздух и, предположим, элементарно не хватает воздуха в баллоне, чтобы пострелять. И вот на помощь как раз вот придет данный компрессор. Я надеюсь, что он покажет, проявит себя с лучшей стороны. Обзоры на него уже имеются. Заплатил я за него 26 800 рублей вместе с доставкой, включая конвертер на 220 вольт. Сейчас я буду распаковывать. Небольшой буклетик на английском языке. Документы. Инструкция на русском языке. Так, это конвертер на 220. Вот он запечатанный. Со штекером. Также идет в комплекте подквик, переходник. Заправочный шланг с осушителем. На обеих концах стоят фостеры. Ну и клеммы. И еще какой-то тюбик с чем-то. Ну, больше здесь ничего нету. Так, вот он сам компрессор. Здесь есть манометр для определения давления, какое показывает компрессор, нагнетает. Температурный датчик сейчас показывает 24 градуса. Кнопка включения-выключения. Подштуцер. Нет, это подшланг. Выход специальный. Сейчас мы его подключим. Есть. Вот такие вот 4 антивибрационные ножки. И какой-то вентиль еще снизу у него. Здесь у него вентилятор. Воздушная система охлаждения. В данном компрессоре используется именно воздушная система охлаждения. Судя по отзывам, говорят, что они не греются больше 40 градусов. Ну, сейчас мы, собственно, включим, заправим винтовочку, да посмотрим.
инструкции написано, что нужно включить блок питания к сети и подождать где-то минуту, пока вентиляторы, ну, проработают, прогреются, что ли, я не знаю. После этого я ставлю заправочный штуцер, и мы заправим мой атаман. Сейчас давление там 150 атмосфер, попробуем забить до 220. Так, ну что, попробуем заправить. До 230 забил. Прошло где-то 2 минуты. Температура 36 градусов. Для чистоты эксперимента сейчас еще пистолет забью. У него тут 130 атмосфер сейчас стоит. Видно отсюда нет. Но можете мне поверить на слово. Сейчас мы его заправим.
отключаем питание. Воздух я стравил. Ну, 250 он мне забил. Зашибись. Нормально, где-то в районе 2 минут где-то заправлял. Даже меньше, какие там 2 минуты. Температура компрессора сейчас 36 градусов. Ну, она была 36, когда он заправлял. Что считаю очень хорошим показателем. Вот. Также хороший показатель скорости заправки. Вот такая вот, друзья, штука, этот компрессор. Сколько он проработает, при каких условиях, сколько он заправок выдержит, покажет только практика. Вот, но, честно, мне он нравится. Достаточно быстренько он задул мне мой атаман. Я не помню, какой у меня объем резервуара там. Вот такая вот штука. Всем рекомендую, советую.